Канал Репида, и сидят рыбаки. Рыбаки — это старенькая бабулечка, дедок. Вон. Еще одна бабулечка вон ловит себе спокойно. Молодой парень привез их на машине. Нет, они на велосипедах приехали. Эти бабулечки приехали. Это местные, горжанские. Теперь мы двигаемся по дамбе, которая разделяет эту речку Репиду и вот эти пруды. Вот это уже третий пруд получается. А там, наверное, и четвертый, точно. Вот канал Репида. Он довольно широкий. Где-то метров 50 шириной. Может, 60-70, не знаю. Не мерил. Вот эти бабулечки с этого. С этого ракурса такой пейзаж, и на дальнем плане пасутся лебеди. Вот так вот.